Уважаемые акционеры ООО «Молдова Газ», уважаемые потребители природного газа, уважаемые сотрудники газовой отрасли Республики Молдова. Завершается 2012 год. Это неплохой повод подвести итоги и наметить какие-то перспективы развития газовой отрасли на будущее. Прошедший год был для нас сложным, непростым, но в то же время те трудности, с которыми мы сталкивались, сделали нас более сильными и более опытными. За 2012 год нам удалось многое достичь. В первую очередь, конечно, это пролонгация существующего контракта с «Газпромом» на 2013 год. Мы можем заверить наших потребителей, что поставка газа будет осуществляться в бесперебойном режиме, и все потребители будут обеспечены природным газом в полном объеме. Кроме этого, нам удалось решить несколько серьезных инфраструктурных задач. Полностью реконструирована и модернизирована газораспределительная станция в городе Бельце. Это второй по величине город по потреблению природного газа в республике. И начиная с 2012 года газоснабжение и безопасность поставки на город Бельце будет находиться на совершенно другом уровне в соответствии с европейскими стандартами. Также продолжилась реконструкция магистрального газопровода «Раздельная Измаил», что позволит по ее завершении обеспечить в полном объеме бесперебойный и безаварийный транзит природного газа в Балканском направлении. В 2012 году все потребители ООО «Молдовагаз» получали газ бесперебойно, безаварийно. Несмотря на сложные погодные условия, мы выполнили обязательства по поставке природного газа нашим потребителям в полном объеме. Также в 2012 году предприятия системы «Молдовагаз» прошли сертификацию по международным стандартам ISO, что подтверждает высокий уровень менеджмента предприятий системы ООО «Молдовагаз» и подтверждает качество поставляемого продукта природного газа. Но, наверное, говорить, что мы достигли всего, что запланировали в 2012 году, будет неправильно. Много вопросов осталось еще нерешенным, и мы надеемся, что в наступающем году, в 2013, нам удастся реализовать намеченное. В первую очередь, конечно, мы хотели бы добиться более приемлемой цены для потребителей Республики Молдова по контракту с «Газпромом». Мы продолжим переговоры в 2013 году и надеемся, что эти переговоры завершатся успехом и потребители почувствуют эффект от результатов этих переговоров, и цена будет немножко ниже. Кроме этого, мы продолжим реорганизацию комплекса ООО «Молдовагаз». В 2012 году в соответствии с требованием закона о природном газе будет разделена деятельность «Кишинеугаз» и будет отделена деятельность по поставке природного газа конечным потребителям от деятельности по распределению природного газа. Эта работа продолжится по реорганизации комплекса ООО «Молдовагаз» и в 2013 году. И мы надеемся, что в результате потребители почувствуют улучшение от этих нововведений как в части снижения тарифа, так и в части качества услуги. Пользуясь случаем и в преддверии новогодних праздников, хотел бы поздравить акционеров, потребителей и большой коллектив ООО «Молдовагаз» с наступающими праздниками. Пожелать крепкого здоровья, благополучия, удачи. И поблагодарить коллектив ООО «Молдовагаз» за то, что в непростых и сложных условиях он несет свой труд. Свой труд, который необходим потребителям, который необходим республике. И в преддверии новогодних праздников желаю вашим семьям, вам крепкого здоровья, удачи. Большое спасибо за вашу работу. С Новым годом. Спасибо.